Сегодня мы побывали на передовых позициях сирийской арабской армии на юге Дарайи. Нанеся потери боевикам накануне, армия проводит рекогносцировку местности. В этом доме были боевики, но мы освободили здание. Мы увидели, что боевики, изгнав мирных жителей из своих домов, превратили здания и улицы в единый фортификационный объект с земляными валами и баррикадами. Боевики за теми дальними баррикадами, ближние уже очищены от них. В этом ангаре была большая группа боевиков, и все они были уничтожены. А за эту виллу шли очень ожесточенные бои. По танку было несколько выстрелов из РПГ и других орудий. Мы будем следить за развитием событий. Агентство «Анна Ньюс», Марат Мусин, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Сирия, Дарайя. Очередной этап операции. По пути на передовую встречаем местных жителей. Салам алейкум. Саламат, шабаб. Саламат, кифа. Тамам. Салам алейкум, садик. Салам. Я садик, шонак. Кистаха, тамам? Тамам, тамам. Кифа? Аля, тамам. Ахингар, кифа. Аля. Кифа? Киф, сахта. Уэн, не жопа, мусак. Ахингар. Ну. Я не дали тамам. Наблюдательный пункт сирийских войск. Салам алейкум, сиди. Алейкум, салам, ва рахматуллах. Кифа, кам алле? Тамам. Танки выдвигаются на исходные позиции. Русия, Сурия, Валлах, Русия, Шабаб, my friend. Русия. Перед началом атаки авиация наносит удары по минометным и артиллерийским позициям боевиков в глубине их обороны, там, куда не смогут достать танки. Наблюдатели выявляют позиции ваххабитских снайперов и другие огневые точки. Артиллерия и снайперы сирийской арабской армии немедленно их уничтожают. Я понял,
هاي محلنا شو حاله؟ 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 هاي